Всем большой привет, подписчики, люди, заботящиеся о своем здоровье. Я сейчас хотел вам показать приемы самомассажа, которые позволят решить многие проблемы со здоровьем. За счет изменения в шейном отделе, в котором находятся симпатические нервные узлы или симпатическое нервное сплетение, возникает много проблем со здоровьем. А они возникают из-за того, что мышцы шейного отдела годами бывают заблокированы, то есть мы не умеем их расслаблять. Я сейчас покажу приемы, которые позволят вам это сделать самостоятельно. Для этого мы используем горизонтальную поверхность дивана или с небольшой подушечкой. Мы должны вывесить голову с помощью руки. То есть рука под основание черепа ставится на короткие разгибатели мышц шеи. И проверяется подвижность переднего шейного отдела. Ее легко проверить за счет того, что вот эти хрящи, хрящевой отдел на гортани, черпановидные, тут их много, перстневидные, и куча связок и мышц. Вы должны второй рукой проверить их подвижность. То есть взять себя за эти хрящи и поперемещать их. Они должны перемещаться свободно. Затем промассировать, перебирая двумя пальцами рук передние мышцы. Это грудина ключично-сосцевидная, она начинается от ключицы и идет до сосцевидного отростка. Эта мышца очень важная. Если она у вас не болезненна, то все в порядке. Если есть какие-то точки триггерные, это болезненные точки, вот под основанием челюсти, вы должны эти точки тоже промассировать. И второй важный прием. Мы правой рукой, на расслабленной, должны сдвинуть кожу на основании, на черепе. Вот такой вот прием. И запомните это положение, расслабленное, при перемещении можно добиться того, что у вас челюсть расслабится и может исчезнуть тот же самый звон или писк в ушах, который доводил вас годами. То есть вы должны полностью расслабить мышцы шейного отдела за счет разбивания триггерных точек. И в результате этого может исчезнуть шум или писк в ушах. Вот это положение расслабленное организм запоминает. И в дальнейшем можно утро начинать как раз с этих всех процедур по самомассажу мышц шеи. Спасибо всем за внимание.